мы вам обещали, я Таян Авто и привезла. Автомобиль, помните, в прошлом сюжете мы говорили, можно ли за весьма скромные деньги привезти весьма нескромный автомобиль? Да легко. Причем такой автомобиль, ну, в европейской комплектации будет стоить, ну, на 2-3 раза дороже. Этот автомобиль Mazda Tribute 2003 года выпуска. Опять пробег. Ну сколько можно возить такие автомобили? Да, пробег 40 216 километров. Это уже здесь в Магнитогорске. Конечно же, здесь для 2003 года очень серьезное оснащение. Это 4 подушки безопасности. И плюс ко всему, это очень немаленький автомобиль. Я не знаю, почему говорят, что японцы маленькие люди. Вот. В скольких машинах мы не катаемся, это и ВИЦИ, и вот Mazda Tribute, и место здесь, вагон и маленькая тележка. А можно ли заказать себе такой автомобиль или аналогичный? Да, можно. По ценовой категории, ну, вы, в принципе, выбирать себе вольны. Но я вам скажу так, лучше отдать предпочтение все-таки автомобилям 2003-2002 года. Тем более, есть возможность приобрести такие автомобили. Этот автомобиль на строгую четверку, но... Я вам так скажу, я большой ценитель автомобилей, и вот та четверка, которая была, ну, с трудом заметил лично я. Это легкая вмятинка на правом заднем крыле, ну совсем легкая, просто не видно. Салон цешка, что значит цешка? То есть, ну, салоном за 40 тысяч, ну, угваздать его очень тяжело. Ну, вот пепел от сигареты, вот уже и цех. Так что делайте вывод сами. А теперь я вам легкий совет, скажу так, из жизни автомобилиста. Ну и вообще, почему все магнитогорцы ломанулись покупать новые автомобили? Вы что думаете, новые автомобили не ломаются? Ну, ломается еще как. Опять же, что такое новый автомобиль? Это автомобиль этого же года. Так за год можно накатать те же самые 40 тысяч. А здесь за 5 лет не накатали. Почему? Ну, потому что в Японии популярна вся электрического транспорта. Пункт Б, как бы, ну, бензинчик дороговастенький. Пункт С. Соответственно, японцы это не самые бедные люди. И у них не самые последние отношения к автомобилям. То есть в гараже у японцев стоит как минимум спортивный автомобиль, ну вот так, прокатиться на Фудзияму, допустим, да, на полноприводнике, вот, ну и так по городу покататься.